В минувшие дни сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний отметили столетие уголовно-исполнительной инспекции. Сегодня в составе управления ФСИН региона входит уголовно-исполнительная инспекция, в которой функционирует отдел по исполнению наказания, и 4 межмуниципальных филиала, в составе которой действует 17 инспекций. Желаю вам, уважаемые сотрудники, побольше оптимизма, целеустремленности, неиссякаемой энергии в нашей нелегкой работе и никогда не останавливаться на достигнутом. А ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе, конечно же, крепкого здоровья. В честь векового юбилея в праздничный день нагрудными знаками столетия ведомства и благодарственными письмами за активное участие в профилактической работе с осужденными были награждены ветераны и сотрудники ФСИН. Отметим, что в последние годы по России наблюдается в целом значительный рост подотчетных лиц уголовно-исполнительных инспекций, численность которых достигает 9 тысяч человек. В Туве ежегодно по учетам уголовно-исполнительных инспекций проходит около 4,5 тысяч осужденных.